Вже за три дні стартує 27-ма літня Олімпіада 2020. Олімпійські ігри японській столиці триватимуть з 23 липня по 8 серпня. У спортивних змаганнях візьмуть участь 12 тисяч спортсменів з 200 країн світу. Дніпропетровщину у Токіо представлятимуть 9 спортсменів. Вони змагатимуться в 5 видах спорту – фехтуванні, бадмінтоні, плавані, тенісі і легкій атлетиці. Чи викликає Олімпіада інтерес у дніпрян та як вони вболіватимуть за наших спортсменів, дізнаємось прямо зараз. Конечно, художественная гимнастика, легкая атлетика, Ярослава Могучих. Будем, конечно, за них, за всех болеть. Да я вообще как бы спортом не очень интересуюсь, но болеть буду просто как из-за того, что патриотично как бы отношусь к нашей стране. Может быть, в душе болеть буду, но я редко смотрю телевизор, редко смотрю спортивные. К сожалению, нет. К сожалению, не интересовался никогда олимпийскими видами спорта, поэтому... Наверное, только поэтому, не знаю. В целом, в душе желаем, конечно, победить, занять призовые места, но на свой, наверное, кругозор я с этим не знаком, не интересуюсь. Обязательно. А за наших спортсменов знаете кого-то? Будете болеть? Ну, всех знаю. Я не интересуюсь. Я по киберспорту. Я немножко дорогой, я программист, как бы. У меня другие интересы. Да, будем болевать. А кого знаете? Нет. За кого болевать? Не, еще не знаю. А вы? Я не буду просматривать. Вообще не любитель спорта, да? Не, любитель я всегда смотрел, но мне кажется, они стали не настолько зрелищными, как раньше. Ну, либо просто недостаток времени в связи с возрастом. Честно сказать, я к Олимпиаде не очень. Тем более в Токио как-то мне не очень. Тем более, я так понимаю, зрителей не будет. Это не телевизор, это не то. Знаю, что из Днепра 5 спортсменов или 8, да? 9 спортсменов. Это классно. Новость видел, но не слежу. Буду болевать. Кого знаете из них? Не знаю, честно. 9 спортсменов поедут, кого знаете? На жаль, не знаю. Какие виды спорта? Не цікавлю взагалі олімпійськими іграми. А дивитися будете? Буду дивитися. Ми знаємо їх всіх. Але вболівати за когось окремо – це некоректно, тому що ми дуже любимо Дніпропетровщину і будемо, звичайно, вболівати за всіх. І я думаю, що наші спортсмени привезуть нагороди, і ми будемо їх обнімати, вітати і ще раз пишатися.